Здравствуйте, Олег. Это видео про ваш переходник с одуванчиком. Вот смотрите, это ваш переходничок, надетый, накрученный на мой объективчик Гелиос 44 Duo. Сейчас я проверю его в моей камере. Смотрите, когда вы будете вставлять переходничок с одуванчиком в камеру, ориентируйтесь не по красной точке, она на этих переходниках немножко неправильно. Вот по этой стрелочке, которую я нарисовал. По стрелочке и по среднему контакту одуванчика совмещаем с белой точкой на камере против часовой стрелочки до защелкивания. Смотрите, фокусное расстояние я запрограммировал 58 мм и диафрагмы от 2 до 16. Основа работы с одуванчиком и комфортный алгоритм по работе с одуванчиком на этом виде объективов я вам выслал на почту. Переходничок сидит в камере плотно, ограничивающий перекручивание переходника винтик на этих адаптерах присутствует. Одуванчик наклеен, аккуратненько обращайтесь. И он прослужит долго. Сейчас я упакую. И сегодня же он поедет к вам. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.